Взрывной крак – это игрушка из серии Blasting. Сделана она из термопластичной резины. Внутри игрушки прочный каркас, похожий на твердую пластиковую бутылку. Он делает игрушку очень твердой. Она не деформируется и совершенно не гнется. На поверхности игрушки есть маленькие выпуклости, которые будут массировать десна собаки. При сильном сдавливании косточка приятно хрустит. Игрушка прочная и долговечная, благодаря своему каркасу и плотному материалу.